Ярославна Громакина, и сегодня мы будем с вами учиться собирать двуслойный пирог. В общем, называют круглый кубик-рубик, он же бочонок. В общем, без лишних предисловий давайте посмотрим. У нас здесь два слоя, значит, низ и верх, ни одного цвета, салатовый и голубой. Еще у нас есть грани. Две фиолетовые, остальные все разных цветов. В интернете есть очень много вариантов сбора. Там что-то одни работают, одни не работают. Я все собираю только двумя формулами. Две формулы на любые ситуации, они всегда срабатывают. Где-то, может быть, вы чуть подольше будете собирать, где-то, может быть, чуть поменьше, но в любом случае эти формулы работают. Итак, что мы имеем? А, кстати, заранее извиняюсь, у меня, видимо, ребенок в песок уронил, и иногда что-то застревает, он плохо крутится. Ну, постарайтесь как-нибудь не обращать внимания. Для начала давайте мы его разберем. В общем, этот круглый бочонок. Можно крутить его вдоль, там, не знаю, фронтальной оси, можно крутить вдоль сагитальной оси, да. В общем, чтобы у вас не получилось, в любом случае, когда вы крутите, вы должны получить первую формулу. Это у нас такая картина, когда у нас снизу и сверху есть только один кусочек другого цвета. В нашем пироге, в нашей пицце только один кусочек отличается по цвету. Тогда вы их ставите друг напротив друга. И делаем следующее. Я всегда работаю по одной и той же формуле. Можете работать по ней, если вам так удобно. Мне очень удобно. Я беру, значит, наш кусок, который справа от него грань вся, которая одного цвета, в смысле половинка. Поворачиваю. Теперь ломаем вот опять то, что другого цвета, два кусочка, ломаем их как бы пополам. И теперь две половинки также ломаем пополам. Все. Это первая формула, которая будет у вас постоянно работать. Мы получили собранный верх и низ одного цвета. Теперь, смотрите, у нас все собрано, кроме вот этого. Теперь будет вторая формула, с помощью нее вы также соберете абсолютно все, все что угодно из любого положения. Вы ищете, чтобы, значит, ваши грани, ну, располагались по цветам наискосок, вот как здесь и здесь. Они сейчас у нас полностью кубик соберется, вот увидите. Ломаете пополам, посерединке, да? Теперь я всегда вверх поворачиваю направо, ну, по часовой стрелке, да? В том месте, где мы уже сломали пополам, в этом же месте еще раз ломаем пополам, если он у меня встанет. Не будет заедать, да? Теперь верхушку возвращаем назад, то есть верхнюю налево. Посмотрите, у нас все собралось полностью. У нас не собралась только голова и низ. И собираем по первой формуле. Как мы собираем? Мы ставим кусочки наши друг напротив друга, да? Как я показывала, справа поломали. Здесь посерединке ломаем и опять пополам ломаем. Все, двуслойный пирог полностью собран. Из какого бы ни было положения, вообще абсолютно из любого, как бы они ни располагались у вас, вы всегда по двум этим формулам соберете. Давайте попробуем его как-нибудь там, не знаю, посильнее, посерьезнее, может быть, раскрутить. Если вам недостаточно этих формул, вы не верите, что он собирается, как бы он стоял там, да, попробуем его поломать. Ну, наверное, нормально. Что мы имеем? Нам нужно собрать вначале верх и низ. Я не знаю, как собирать верх и низ. Я просто там кручу наобум, пока у меня вот не станет как-нибудь, как бы мне понравилось, чтобы встало. Да.
так, допустим, да. Представим, что у нас один кусок пирога. Вот, получаем опять один кусочек. Собираем его. Собрали. Что будем собирать сейчас? Ну, кое-какие, вы видите, у нас собраны, да. Можно собирать, ну, например, я вообще люблю, когда фиолетовый, ну, не важно, ладно. Давайте соберем серый, вот он стоит хорошо у нас. Пополам, верхушку, направо, опять пополам, верхушку, налево. И собираем вверх и вниз. Серый собрался. Оранжевый, давайте соберем оранжевый также пополам. Верхнюю крутим направо, опять здесь сузил пополам, верхнюю налево и собираем вверх и вниз. Что у нас осталось? Так, можно собрать фиолетовые, да, вот эти. Или вот эти. Но когда я вижу, например, у меня вот остались белые через одну, я предпочитаю ломать вот здесь, ну, то есть к той, которая стоит справа, вот к ней ближе, да, пополам. Пожалуйста, крутись. Не знает, что с ним, как его можно реабилитировать. Угу. Пополам, налево. Собираем вверх и вниз. Так. Теперь мы видим, у нас остались что? У нас есть белая с одной стороны, белая внизу. Они стоят через две, да? Не будем ничего придумывать. Опять справа поломаем здесь, да? Пополам. Направо. Пополам. Налево. Собираем наш пирог. Нет. Ну давай, пожалуйста, крутись. Нет, не хочет. Никак не хочет. Угу. Вот. Можем собрать желтые, фиолетовые. У нас также белые остались. Они сейчас соберутся. Не будем придумывать никаких новых, ничего. Одна и та же формула. Соберем желтые. Наверх. Направо. У кого-то такие же проблемы с заеданием кубика, расскажите, как вы их решаете, пожалуйста. Мне уже надоело. Так, к чему мы пришли? Опять у нас стоят, значит, белые через одну. Собираем. Кошмар, кошмар. Серый берем. Пожалуйста, крутись. Он готов крутиться куда угодно. Так, мне нужно, да? Вот и все, смотрите, сейчас будет последний шаг. То есть мы никаких новых, ничего не внедряли в форму. Вот у нас остались финальные, да, не собранные.
крест-накрест. Мы их сейчас соберем по нашей второй формуле. Наверх, направо. Угу. Если, конечно, кубик захочет собраться. Вверх, налево. И собираем вверх и вниз по первой формуле. Все. Абсолютно легко и просто. Две формулы на все случаи жизни. Из любого положения вы соберете ваш двуслойный пирог. С вами была Ярославна Громакина. Если вам понравился этот способ, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.